Неудивительно, если честно. Нормально. Матч стоит, да. Но это невозможно на них коты. Ну, кстати, я мог пройти, у меня там два коста было. Да. Один крест был рука. Там еще второй. Я бы не заметил, потому что слишком был сосед. Ну да, там капец, конечно. Ну там реально дичь. Такой катался, вообще не мог ничего сделать. Раскрест стрелят по меня. Две. Короче, ты был не сосредоточен только потому, что ты думал, что крест тебя спасет. Но оказалось, что нет. Даже крест тебя не спасает от такого. Я был набрал сосредоточен, потому что я знаю, что... Прямо неправильно. Пять. Да ладно. Семь. 108. Судьи чекали сундучки. А, да? Я что-то увидел. Ой, улица. Но это потом, после генов, я даже туда зайду. Так уж и быть. Лестница вверх, я туда. Я наверх, Не, вот давай. У меня три шкафа, в которые нифига не было. Блин. У меня три. А я не знаю, где ген. Наверное, последний в твоей двери. Наверное, в твоей. Ну, скорее всего, в той дырке, я не успел увидеть. Да. Иди лутай. Не, лутать улицу. Ты еще есть ящик. Да. Блин. Блин, ящик есть, может там крест? Гена. Ящик. Все нам крест может очень много времени выиграть. Даже не знаю. Раз он какого-нибудь баха. Но блин, тут красный фонарь, который я выкину сразу. А мне последний. Тебе не нужен красный фонарь, тебя просто убьет тем, что тебя заклюет. Мужики тебя заклюет. Я знаю, как пальцы. Ладно, тебя ульты флешарь подкину. Когда уж. А где вы ползли? Иди, ну я пойду вперед. Летит же? Ну не знаю. Летит. Ботань. Уже две. И не успею до комнаты добежать, тоже сейчас это. Все ведешь. Девятнадцатая. Лестница. Двадцатая. 21. 53 гена. Гена, ты чё? Ооо, я нижний. А, ну 120. Я ж прожекторный этот фонарь. Давай, я иду. Ты идешь, господи. Я уж туда побежал. Нормально, на меня забайтилось, отлично. Прямо. 24. Фигура, лови раш. А тебе пофигу, да? Ну что-то фигуре пофигу, что не раш там пролетел. Какая-то Ну просто ПНГшка какая, да? Че ПНГшку бояться, да? Ой, вагонетка, ё-моё. Я чё ему там ещё? Одна. Где же я у меня? Окей. Ну, у меня только одно было решение пойти вниз. Я зашел в комнату. Проверь. Посмотрел с двух сторон, есть ли там шкафы. Какая дверь? Тут 29-я будет сейчас.
Понял. Чё так долго? Точно, может, ты запись начинаешь? 30-е. Первое. Ну сейчас посмотрим, сравним. А тригена было, тригена было. Это... Да, тригена. Это 3. Я не думаю, что это прям так сильно вычислили. Да прям ужасно тригена был. Это 4. А можно за прожекторным панелем увидеть? Не направо. Прожекторным все видно. Ой, я пошел, короче, я бегу. Окей. Тут вещи какой-то. Да, ну я еще раз побегу в тупую. Погоди, ты за мной, что ли? Ладно, я обратно, когда. Полетел направо. Ну туда, смерть-ка, да. Мужик, ты чё? О! Нарин, ты, наверное, понял, да? Или не понял? Мужик вообще обалдевший, если честно. Он даже звук издал, что его ослепили. Соковая. Ну, на, лови минус глаза. Минус глаз твой единственный. Ха! Капец. Ладно, тебе не единственный глаз, 6, я знаю. 6.15 у меня было. 6.20 у меня сейчас. У меня 6.14 было. Ну ладно. Нормально, кстати. И главное, с севером как по... А, нет, ну тут сейчас очень много еще, чем как все пойдет. Как сейчас пойдет? Действительно, как... Мне уже не нравится. Ну, ладно, вначале, может, не пошло. Мне это тоже не нравится. Это капец. А, ты. Дырка, оказывается. Этого механика убрали. Приседашкой. А можно с механикой приседашкой еще раз? О, всё, конец. Опять дом. Я уже заранее понимал, что это дом. Вот с приседанием, однако. Ну, ладно. Но тут два прохода. Тут не три прохода, да? Хоть на это спасибо. Шестая. Ой, седьмая. Я уже заранее говорю. Я не говорю с вами. Вообще не верю. Я как будто предугадываю. 48. А зачем, кстати, угадывать? Стоп, зачем говорили? Ладно. Офигеть. Вот такая вот американские горки. Быстро. 8.30. Мы чуть опередаем, чуть. Ай. Ну, мне он с этим бывает, ну и сколько. Совсем вообще. Ну, тут полный рандом, там и с севера это тоже полный рандом. Тут, а сейчас, тут не раз, сейчас идет игра полностью на рандоме. А мне кажется, вся игра на рандоме, что такое? Сейчас полный рандом. Ну да, все время полный рандом, как повезет. Да, тоже как ты воспользуешься этим рандомом, который выпадет. Мы сейчас воспользуемся тем, что какой перекресток, и это дальше. И куда нам 5, идти? 5-8, конечно. Сразу рычаг нажимался. Печально. Хороший перекресток. Ага, я увидел. Это что? Это туннель. Туннель, какой шорткат. Мужик, здорово, я, не я мешай. 779. Плюс 1, 880. 880. Я прям заранее уже вспомнил. У тебя. Отлично. У меня все, только. Я иду в фонтан. Так у меня мужик, блин, мужик нет. А, ушел. Кусава мужик.
Хороший фонтан, хороший фонтан. Офигеть. 9-9-6, плюс 3. 2-2-9. 2-2-9. Вагонетка, ты чё, обалдела, что ли? Куда ты поехала? Куда ты прям на меня едешь? Я ж толкаю на... против тебя. Господи, вагонетка. Дичь. У меня дэшка. Блин, ну... Вагонетка уина, конечно, сейчас минус была. Минус 5, минус 5. Ё-моё, минус 5, сейчас быстро будем. Ну давай быстрее. Опять 6-5. Плюс 9. Блин, кемперское место. Хороший. Хороший. Да-да-да, я говорил. У меня там мужик посмеялся, значит. У тебя хотя бы одного мужика. Одного из них. Да? Ну да, видимо. Здорово, мужик. Он меня не увидел. Все, окно. 379. Да. Давай, 379, да? Да-да-да, я там, сейчас дверь открываю уже. 379. Минус 3. 0-4-5. 0-4-6, господи. Ну ладно, я заново перевелся. Мы быстрее проходим. Мы быстрее пошли в угол. Так. Так мало. О, скрич. Скрич. А, я тоже. Да, тоже. А сколько там эти? Ага. 23. 12 минут. Офигеть, надо проходить. Ига, как повезешь? Давай, пожалуйста, вези нас нормально. Я иду. Так он далеко аж, помнишь? Он спереди. А нет, он спереди, блин. Нормально, сейчас Габанский. А Габанский будет, окей. Так. Офигеть, ты далеко. А, глаза. Наверное, они меня не заденут. 159. 160. 161. Долгая комната. Ну, блин, плохо. На. Особенно я могу вот так делать. 162. Топ, она вообще светит? Это гафики. 163, ну да. Какая там? 164. Ну, ага. Зачем светить? Не знаю, может, тебя не видно. 163. В этой комнате нет смысла. А зажигалка не посвети, 166. Нету я выкидываю. Не мой, уже тут не потребовал. Ну нормально, значит, тыкнул. Вот сейчас реально. Лазерную каску что-то сделал. А, нет, значит, лазерную каску полная фигня. Да, фигня. Она вообще ничего не светит. Не вижу. Вот я вижу, кстати, 169. Сейчас я видел. Сейчас подсветила. Так, комната, где нужна мне. Там. Вот 170. О-о-о-о. И как будем действовать? Ну давай. На пролом. Вот я в шкафу сейчас спрячусь. На следующую комнату на вещи, да? В один тот же шкаф залазить нельзя, я помню. Иначе габела. Там дальше лестница. Блин, это капец. Не, он не пропал. Пропал. Лестницу я не хотел искать. А там реально капец. Тут я не встретил. Нижняя лестница. Так, выбор. Выбер. Я набрал. Можешь тебя подсветить как-нибудь? Блин, тут не получится. У меня 176 не правильно. У меня 175. Давай быстрее.
176. 77. А, головоломка, Дарин, блин, я решил. Я иду. Ты тут уже хорошо. Я уже испугался. Ну что-то был тут. Что бы я сейчас сделал? Какая сейчас будет 100? 78, окей. Сейчас будет. Давай. Нет, не умею. Ну да, это сильно. Ну, сзади, но я понимаю, 178. 179 сразу. Тебя можно тем самым убить. Ой, 180 уже. Момент отбой. 181. Тут шкаф ФС. Иди. Я же дверь. Он близко, почему? 181. Я шкаф. Тут доска. Нереально. Ну, слишком много дверей близко было. 182. Хотя так, наверное, быстрее даже. 183. По прямой. У меня хп было достаточно, как можно набрать. Давай, 184 сразу мне. Не может быть, да. Не верю, вообще не верю ни разу. Одиночный ген. А, китайский шкаф. Я взял. Китайский шкаф. Ну кто так ставит шкаф из 185? Блин, Дарин, зови их срочно. Блин, мне две. Окей. Не зови, не зови. Она сейчас отвлекает. Она сейчас сама ставится так. Короче, нет, там waypoint bug случится, она там будет стоять. Так, я оставляю. Дарин, беги, пожалуйста. Дарин, бегай. Спасибо. Стало бита. Хорошо, что ты побегал сейчас. 6. 27. Летит, но я иду. Давай. А, нет, не иду. Я не буду. Понял. Так, я вот сюда. Да, он точно летит? Не летит. Не летит, не летит, не летит. Не летит, ты так сказал. Да? Запятая была. Нет. Ты услышал запятую, которая не должна быть. 189. 190. Блин. Уходи. Сейчас летит, 195. 195? Дичь. Ну я там, не знаю, выживет. Ну если выживешь. Я не буду проверять. Меня звезды телепортировали. Офигеть, ты так. Нормально, беги. Вот и первый из-за этого. Из-за этого. Что? Первый. Так это 18 минут. Давай. Это 18 минут я посмотрел. Когда меня звезды телепортировали. Так, ну не слышу, что светит, я пошла. Реально. 18:31. 6. Сейчас тайминг не выйдет в конце. Поехали. Фонарик достаем. А челы сейчас тут будут? Что за триндец? Нормально, вижу свет. Свет самое главное. Куда ты? Вот сюда, направо. Он по прямой летит, да? Ага. А можно свет, пожалуйста? Ты как увидишь. Можешь сидеть. Просто можешь включить, я запрещал. А я боюсь, меня эти пчелы могут убить. Где? Они сюда залетают. Я помню, бегал с фонариком здесь, и меня кусали. А тут нет пчел, да? Да. Но уже не нужно. Уже не нужно, да? У меня глаза востро. Вот это музыка нагнетающая. Это прямой сик, что ли, полностью? Кстати, расслабься. Ну не, вначале был заворот. Один маленький заворот был. Вау. Чего ты, блин? Налево.
Налево, да. Он направо залетел. И потом по прямой. Ну да, там куда некуда. Двести комнаты где? По прямой. Меня не телепортировало вообще. Отлично. Активируем триггер. А ты его всегда успеваешь покрутить. Да-да-да-да. Главное триггер активировать. Сюда. Все. Сейчас я, сейчас на пофигизме. Как в прошлый раз я проходил. И все. Вообще пофигу. Че там, Дарин, обычная игра у нас, да? Так, ну если я сейчас через камень не зарыню, то мощный может присоединить мне. Чтобы на воде не оказаться. Да. А, не зарыл, все. Ну окей. Можешь не прыгать. Можешь не прыгать? Ну ладно. Не буду когда прыгать. Смысла нет, потому что. Так. Отлично. Я вот там. Три, два, один. Я не знаю, что мне говорить. Я не буду ничего говорить. Клиндят. Блин. А, быстрее. Нажать. Это мировой. 22-29. Давай, Дарин, погоди. Сейчас вас не расслабляй, все. Держи себя во стро. Сейчас финальный тайминг, самый сложный, короче, момент. Вообще самый сложный, жестокий момент, короче, это. Главное, ничего не нажимай. Короче, Стив. Стив, сейчас это Стив, сейчас надо Стиву ответить правильную фразу, Дарин, готовься. Сейчас сложную фразу ответить надо. Быстрее. Самую быструю фразу, самую течёвую фразу надо ответить. Быстрее, Стив нас ждёт. Давай, Стив. Стив, давай. Сюда. Капец, это 22 минуты. Блин, дед, на минуту побили. Есть. Чё за тип? Да. Сюда, ребята. Сюда, сколько мы пытались сделать, я думал, это уже невозможно. Здорово, Тима! Мы у тебя. Сюда. Короче, ребята, такой ролик получился, надеюсь. Надеюсь, ничего не случилось. 0-1-0-2 и 0-2. Да, 0-1-0-2. Ну все, ребят, звоните. 0-1-0-2. Все, всем удачи.